Всех приветствую вас на канале «Зайцев нет». Вы, наверное, уже догадались по названию ролика, о чем мы сегодня будем говорить. Об интернет-рекламе. Но не с той точки зрения, как настроить ее, какие нововведения в тех или иных рекламных кабинетах произошли. Мы поговорим об интернет-рекламе с той точки зрения, что это одна из возможностей донести ваше рекламное послание клиентам о вас. Существует множество форматов. Телевизионная реклама, реклама на радио, печатных СМИ, и в том числе это тоже интернет-реклама. Неважно, какой инструментарий мы используем, реклама остается рекламой, и поэтому я сейчас вам расскажу о 5 факторах, которые часто либо забываются, либо как-то ускользают из нашего внимания. Итак, первый фактор – это дизайн. Вся ваша графическая продукция должна быть понятной для ваших клиентов. Второй фактор – восприятие. Все ваши тексты, слоганы рекламные должны быть, грубо говоря, простым языком для простых людей, потому что из этого вытекает третий фактор. Третий фактор, он об ограниченности контекстов в нашей жизни. Есть такое магическое число Миллера, которое гласит о том, что среднестатистический человек может держать в голове 5-7 плюс-минус 2 контекстов. Если я еду утром на работу, у меня там думы о семье, о работе, там, у друзей еще какая-то деятельность, и я попадаю на вашу рекламу, которая, ну, составлена не совсем понятно для кого, то, скорее всего, у нас не случится с вами сделки и какого-то контакта, потому что я просто забуду о вас. Четвертый фактор. Он о том, что о рекламной акции должны знать не только клиенты, но и ваши сотрудники. Как бы казалось это очевидным, но это все равно случается в жизни, что у вас крутые креативы, у вас крутая графическая продукция, у вас классные слоганы. Ну, то есть реклама, что называется, прям. Но клиент пришел, а сотрудник не понимает вообще, о чем идет речь. Можно сказать, что вся ваша рекламная акция оказалась несостоятельной. И пятый фактор, он очень важен для интернет-рекламы, это грамотная линковка. У вас должна быть ссылка на товар, соответствовать вашему баннеру. То есть, условно говоря, если я вижу баннерную рекламу и в ней вижу определенный товар, в идеале меня должно кинуть на сайт вот именно в категорию вот этого товара. А не так, что я нажимаю на баннер и меня кидает на основной сайт. И где я его теперь найду? Это тоже получается, что вы слили свои деньги впустую. Подводя итог всему ранее сказанному, интернет-реклама – это лишь один из возможных носителей вашей рекламы, наряду с телевизионной, рекламой на радио, наружной, печатной. А если вы все время задаетесь вопросом, а как нужно сделать эту рекламу, ну, ответом не будут являться всевозможные медиаиндексы, метрики. Реклама – это совокупность всего ранее уже озвученного, это и дизайн должен быть хороший, и понятные контексты, которых в меру, и ваши обученные сотрудники о том, что проходят рекламные акции, ну и просто ее грамотное техническое исполнение. А на этом мы сегодня заканчиваем. Ставим лайки, подписываемся, нажимаем колокольчик и ждем новых видео. Всем пока!